Всем доброе утро. Начинаем обвязку свайного фундамента. Будет елочка из доски 150 на 50. Поделюсь видео еще. Далее полы идут 200 на 50 перекрытия. Сейчас первая доска уже напилена, сейчас вторая будет. Продолжаем работу. Еще где перепады у банка надо будет походить. Вот еще одна вот сюда будет. Дальше вот это пойдет. И вот перехлестно с этой доской. Заканчивается на этой своей, а вот следующая будет вот здесь заканчивается. Вон там замкнем, и здесь тоже. Нет, сначала вот здесь сейчас размеры взяли уже. Замкнем, и дальше вот туда пойдет, и туда. Сейчас прибиваем уже гвоздями. Сейчас еще рубанком пройдем неровности. Дальше будем продолжать собирать. Прошлись отработкой, обработали обвязку. Сейчас чуть высохнет и продолжим. Дом будет выглядеть так же, как вот эти дома
стиль такой же. Он побольше, вот, который строим сейчас. Поменьше чуть-чуть. Вот, есть такой вариант. И вот такой. Тут тоже будет отличаться. Начали монтаж лак перекрытия, контур замкнули, вот начали, полезли, там еще 5 штук не стали ставить, уже отметки вот эти видны, темно, завтра продолжим, вот. Сегодня по новой методике начали гидроизоляционную пленку ставить и сетку открызунул, вот уже сверху то же самое получается. А вот на тех объектах и в других, там мучились под домом, лазили, крутили, вот, например, этого дома. И так меньше усилий. И где-то там, если надо что-то подправить, более доступно все. Всем пока. Завтра продолжим работать.